Подводим итоги матча. Деспирадос Юпитер. Победа отчаянных со счетом 3-1. Николай Мазепин, Андрей Макаров. Николай, поздравляю с победой. И приятно быть теми, кто сумел отобрать 3 очка у инопланетян. Слушай, нам не надо, ну как сказать, нам не главное было именно у инопланетян забрать 3 очка, потому что все-таки нам хотелось, ну вот просто получить, да, 3 очка. Неважно у кого, как бы, ну, при... Ладно. Лукавлю? Да, лукавишь же. Слушай, ну хотелось хорошо обыграть Юпитер. Все хотят обыграть Юпитер. И мы вот... Получилось так, что сегодня, видимо, это как называется, Меркурий в Венере. И все сошлось, как бы. Вот сегодня вот прям ударило в поле сегодня. Я помню, мы с тобой разговаривали перед матчем первого круга, да. Ты говоришь, какие шансы? Я говорю, шансов нет. И потом ты ко мне после игры подошел, сказал, вот мы там всего 1-0 проиграли. Игра была равная, пропустили в концовке. Ну, то есть ты побил мои, да, скептические прогнозы в вашу сторону. Да побил, ну, как по факту побил. Ну, мне кажется, действительно, вот если так скупо сказать, то сложилось сегодня много факторов, как бы, и сегодня не было Ваньки Марковца. Ребята играли с особым настроением, может быть, как, а Марковец, Ванька, это 50% Юпитера. Потому что, как я сказал сегодня в раздевалке ребятам, что Юпитер это раш, это раш Б, вперед, эмоции туда-сюда. Может быть, сегодня им этого не хватило. Но я все-таки больше склоняюсь к тому, что сегодня это победа наша. Это я как бы не буду сильно как бы кичиться, но это моя победа. Мы переиграли сегодня Питер тактически. Пускай как бы мы достали просто, я достал конспекты Деспирадос с 5-летней давности, когда мы пропускали почти меньше всех, и, как говорится, мы должны сказать на ноль, а там какую-нибудь одну мы заковыряем, что сегодня по факту и получилось. Ну, рассказчик, к сожалению, к огромному сожалению, это вашу победу никто не увидит, но она останется на бумаге. Кстати, обстоятельства, ты говоришь, они были в вашу пользу, но я не соглашусь, при счете, какой там был, 2-0 или 2-1 уже, 2-0 было, вы потеряли вратаря, стал полевой, были ли опасения-то, что удастся сохранить этот гандикап? Слушай, я не знаю, этот, ну, как бы я не хочу сглазить. Это дракон вот этот вот. Это, опять же, моя находка. Это просто дракон китайский, который, я не знаю, что он творит. Мы даже на бровке кричали, Ши стал на ворота. Ши давал передачу, просто пласер за вратарем в нападение. Говорит, обидно, что нету Ши, не дает на Ши, что Ши убежит и забьет. А дает на другого игрока, как бы. И, ну, этот, он сегодня что сделал и на поле, и за полем. Ну, он, ну, один из лучших. Ну, у меня тогда тебе заключительный вопрос. Если победа Николая Мазепина, как же будет Деспирадос в ближайший месяц без Николая Мазепина? А я конспект оставил. Все переданы как бы капитану команды, который не меньше моего и зарядит, и тактически расскажет, как бы, ну, и спасибо Юпитеру за победу, забыл сказать об этом, ну и вот эти вот, ну, соболезнования, собственно говоря, вот эта вся ситуация, которая у них, к сожалению, случилась в команде внутри. Андрей, да, плохие новости, да, пришли на прошлой неделе, не стало Романа Красковского, все наши, да, пожелания хорошие его родным и близким. И также, да, сегодня отсутствие. Это грустная новость, плюс наложилось отсутствие Ивана Марковца. Как ты считаешь, это все-таки, ну, повлияло на итоговый результат? Ну, хочу сказать спасибо сопернику за игру, поздравить их с победой. Да я не думаю, что это сказалось. Ну, не хочу отмазаться, что у нас сегодня была еще первая игра в семерках. Да, там почти все с семерок приехали. Ну, просто сегодня ничего у нас не получилось впереди. Как мы хотим идти в Суперлигу, если у нас ничего не получается? Вообще никакого креатива, никаких моментов. В полевом там не могли забить. Ну, это реально смешно. Ну, к сожалению, серия наша прервалась. Ничего страшного. Двигаемся дальше. Еще много игр. Так что постараемся завершить чемпионат на первом месте. Получится, не получится. Ну, ты согласен с мнением оппонента, что Иван Марковец, его энергетика с бровки, это 50% успеха Юпитера? Да, безусловно, безусловно, я полностью согласен. Его сегодня местами не хватало, но все равно даже без Вани должны играть, показывать футбол сегодня. Ну, ничего не получилось, особенно впереди очень много было брака, поэтому, ну, ничего сегодня не получилось у нас.
Завтра вашей команде предстоит вторая игра в рамках кубка, такой с неуступчивой аптекой-фиалкой. Эмоций хватит или наоборот будут такие реваншистские настроения? Посмотрим. В принципе, я считаю, что должно эмоций хватить, понятно, чтобы немножко разбито, но постараемся завтра победить, чтобы выходные как-то сгладить, скажем так, эти поражения. Вот. Николай, у вас тоже завтра второй матч с Ангелором. Ну, там нужно другие конспекты, нужно, наверное, доставать, да? Не защитные, когда вы пропускали 5 лет назад один мяч, а атакующие, когда вы забивали креатив по 9. Небольшая ремарка по поводу завтрашнего игры с Юпитером. Там уже был замечен Николай Наумов, просматривающий сегодня уже Юпитер. Видал я его. Слушай, по поводу нашего матча сказано было еще... Опять же, мной в раздевалку, что забегая вперед завтрашнего матча, то, что будет, мы будем играть совершенно другой футбол. Не буду говорить как, не буду говорить за счет чего, как бы завтра будет крайне сложный матч, потому что с Ангелором у нас получаются какие-то такие игры напористые, даже не понимаю, в связи с чем, как бы, ну, потому что, может быть, и там есть игроки, которые играют за нас, и у нас есть игроки, которых хотят перетащить, но такого не будет, потому что не по рангу, как бы сказано, куда-то переходить в такие команды. Ну вот, и если надо куда-то какие-то идут переманивать, то нужно общаться с руководителем команды. Это так, на примет. Ну вот, завтра будет другая игра, и мы будем хотим получить за эти выходные 6 очков. Скажи, кстати, вдогонку, сегодня хороший сбор, еще несмотря к этому на бровке я видел Смирнова, Маклашевича, они травмированы или просто вот сегодня не попали в, там, сколько у вас было, в 13 лучших? У нас, к сожалению, большой лазарет, даже есть, как бы, это лучшие, так скажем, из дубля ребята, которые, когда был дубль, Маклашевич, лидер, как бы, он и 11-11 играет, да, он травмирован, у него перелом остистого отростка, плечо проблема. Штенберг тоже хороший парень очень, и у него вторые кресты, к сожалению. Но завтра, ну, это вот ближайший резерв, да, который когда восстановится, и будет и конкуренция. Синицын, вот в трансферное окно приобрели, хороший парень, вообще молодец, только на усиление. И завтра будет очередной Джокер. Увидим его там. Спасибо. Спасибо.